Всіх вітаю на каналі Катерина Солонар, а до нас сьогодні долучається прекрасна Марія Ланг, це майстриня оракула Шріматріка, а також аюрведичний терапевт. Вітаю вас, пані Марія. Намасте. На монумент «Батьківщина-мати» в Києві вже от встановили і закріпили замість герба СРСР тризуб. От що ви можете про це сказати? Ну от я маю на увазі з точки зору енергетики, наскільки це важливо, що от нарешті ця заміна відбулася? Я думаю, це дуже важливо. І я думаю, що скоро кожен це відчує. Вообще, это правильно, когда символы государственности стоят на главных символах страны, а не символы какой-то страны, которая уже не существует. То есть с точки зрения логики это абсолютно правильно. А какое будет у нас отдача энергетическая от того, что мы это сделали? Я хочу сказать, что отдача будет очень большой. Вы знаете, исследуя историю Украины с помощью духовных инструментов, с помощью оракула Шриматрики, исследуя города, места силы, я удивляюсь и поражаюсь тому, насколько все-таки наша земля тесно связана с ведической культурой. Очень тесно связана. И это, понимаете, во всех символах буквально сквозит. Вот, конечно же, трезубец, который у нас является гербом нашей страны, в ведической традиции он символизирует трезубец бога Шивы. Кто такой бог Шива? Это некая божественная сила, которая созидает и разрушает этот мир одновременно. То есть это сила, которая способна все сотворить и все превратить в ничто. И я могу сказать, что трезубец, который держит бог Шива на своих скульптурах или изображениях, он практически идентичен тому трезубцу, который стоит на гербе нашей страны. И самое главное значение этого трезубца. Ведь трезубец, он означает очень важные вещи. В ведической традиции трезубец Шивы означает волю, знание и действие. Ичха, джняна и крия на санскрите это называется. То есть, посмотрите, первое — это воля. То есть, куда воля человека движет, то с ним и произойдет. На что воля человека склонилась, то и будет. И почему можно, так сказать, убить, запытать тело, но невозможно сломить волю? И воля, она является стержнем не просто характера человеческого. Воля, она является тем катализатором движения вообще прогресса нашей цивилизации и эволюции нашей цивилизации. Потому что эволюция заключается в том, что наши знания об этом мире и о себе, они постоянно расширяются. Ведь если мы обратимся назад, мы увидим, что в 20 веке мы так много не знали ни о строении человека, ни о здоровье человека, ни вообще о том, что происходит у нас на Земле, в космосе, да, то есть эволюция знаний, и которая связана именно с познанием себя и окружающего мира, она постоянно существует. Поэтому воля, она как раз движет человека к получению знаний. И центральная ось трезубца, она символизирует знания. Чистое знание, которое человек получает. Понимаете, ведь очень много знаний мы получаем, которые нам в жизни фактически потом не нужны. Огромное количество людей закончили там институты, получили дипломы. И в итоге что? Ни разу они этим дипломом не воспользовались. Давайте вспомним советскую систему образования. Нас много лет там учили математики, физики, химии. Скажите, хоть 5 минут в жизни нам эти знания пригодились? Ну, в каких-то редких, исключительных случаях. Но можно сказать, что годы, которые были потрачены усилиями на познание каких-то знаний, они, ну, ничего не дали. А вот если бы эти годы были потрачены на немножко на другие знания, которые ведут человека к себе, которые ведут человека к тому, что он познает через процессы, которые происходят в нем, окружающий мир,
То есть если бы у нас немножко система образования была другая, даже не немножко, а кардинально другая, потому что то, что сейчас происходит, оно не приведет к успеху ни тех учащихся, которые обучаются. И это просто ну, выброшенные годы жизни. То есть большинство людей вспоминает школу не как лучшие годы своей жизни. То есть многие хотят оттуда быстрее уйти, быстрее это забыть. Вот, то есть это же ненормально. То есть, а изначальное знание, оно вечно. Это то, что дает человеку вдохновение, это то, что дает человеку импульс для действия. И вот мы переходим от воли к знанию, от знания переходим к импульсу действия, потому что тот человек, только который несет чистое понимание и знание, он способен совершить поступки, он способен стать героем, он способен сделать действительно какие-то серьезные вещи, он способен совершить поступки, за которые не будет стыдно. И вот этот трезубец, он и символизирует волю, знание и действие. И это очень прекрасно, что этот трезубец есть на гербе нашей страны. И это очень прекрасно, что сейчас эти символы оживают и наполняются новым смыслом для каждого из нас. Что если раньше мы не обращали на них внимания, многие люди, может быть, относились с пренебрежением к нашей государственной символике, то сейчас, если вы поймете сакральный смысл за нашим флагом, который ни в коем случае не нужно ничего с ним делать. То есть многие люди пишут там, давайте флаг перевернем. Не стоит этого делать, потому что в нашем флаге все идеально. Наш флаг символизирует что? Полноту, изобилие, богатство. Желтый фон — это пшеница, это плодородие нашей земли и голубое небо, которое простирается над ним. И точно такой же флаг, если мы посмотрим на ведическую культуру, был у воинства воинов Кришны, ядавов, которые шли на войну тоже с таким же точно флагом. И потом очень много символики вот такой ведической находится и в одежде народной украинской. И даже посмотрите на наших казаков. Очень надо, еще требуется много исторических глубоких исследований все-таки откуда казачество зародилось, и откуда пришли первые люди, носители этих знаний. Потому что если мы посмотрим на их одежду, на их прическу, то это очень тоже созвучно некому вайшнавскому движению и вайшнавским традициям, которые до сих пор существуют в Индии. И вы знаете, что такие традиции, когда определенные люди жили в аскезе, жили даже, может быть, в монастырях, и одновременно с этим были воинами. Это, кстати, зародилось во время очень древнего периода. Сочетать аскезу с воинским искусством. Вот. И до сих пор, да, мы знаем истории там, про китайских монахов Шаолиня, мы знаем также истории индийских воинов. И вот, смотрите, у нас свои были воины, которые тоже жили в некой аскезе, даже пусть там не все из них были монашествующие, многие из них имели семьи. Но дело в том, что это воинское искусство, оно подразумевало еще некий духовный путь, некую свою философию, некое свое серьезное отличие от всего остального мира. То есть эти люди, они достаточно были отличны от всего мира, который их окружал. Вот. Поэтому я могу сказать, что очень много переплетено, и многое от нас было сокрыто в течение той жизни, той истории, которую мы проживали там, в 20 веке, и даже сейчас, последние вот, годы нашей незалежности. То есть я думаю, что сейчас мы переходим в новый этап и новый период, когда эти знания нужно исследовать по-новому, их нужно поднимать, нужно новыми глазами смотреть на наши символы, нужно возрождать самобытность каждого региона, каждой области. Ведь это так удивительно. Вы знаете, когда едешь по Франции, ты переезжаешь из региона в регион, и ты видишь и свои национальные флаги, и в каждом регионе своя одежда, своя еда, своя музыка и во многих регионах свой язык.
И вы знаете, это так прекрасно, что до сих пор люди этим гордятся. Это является визитной карточкой, это то, что привлекает туристов, красота, самобытность определенного народа, их страны. И поэтому внутренний туризм, например, во Франции очень сильно развит. То есть люди очень любят посещать различные регионы, потому что они туда приезжают, грубо говоря, увидеть немного другую культуру, увидеть очень многое, что для них, как бы сказать, неизвестно, и то, что, с чем они хотят познакомиться. Вот было бы прекрасно, если бы у нас в Украине так же само развивалась очень сильно самобытная культура каждого района, каждой области, чтобы возрождались и национальные костюмы, возрождалась национальная кулинария, и искусство национальное, то есть это то, что является нашей ценностью, ценностью нашего государства, вот это нематериальное наследие, вот это культурное наследие. И очень жаль, что, как бы сказать, этому не придавалось так много значения. Но сейчас я думаю, что люди, они начнут по-другому к этому относиться, они начнут это больше ценить, они начнут больше ухаживать за своими местными достопримечательностями, они начнут любить свою землю больше и давать ей больше внимания. И, соответственно, земля ответит им тем же, она откроет им знания, она откроет им какие-то артефакты. Это 100% будет. Только просто займитесь возрождением своего региона. И тогда вы увидите, что наша страна, она очень быстро расцветет. Пані Марія, це от те, що ви розповідаєте, це дуже-дуже, ну, цікаво, і ви абсолютно праві, але от у мене є таке питання щодо от, ну, те, що ви сказали про кожен регіон, що на прикладі Франції, що є якась там певна своя культура, свій одяг, свої звичаї навіть. От чи не може це підштовхнути в нашій країні до сепаратизму? Те, що сталося в Донецькій, Луганській області, в Криму, і за що якби взялися росіяни і почали всіх типа спасати? От як, ну, щоб, скажімо так, от щоб цього уникнути? Как раз с помощью этого мы и избавимся от этого негативного вплыва. Потому что вся эта проблема на Донбассе, Луганская, Донецкая республика, которую они там создали, она что, она разве возродила исконные обычаи этих земель? Она что-то дала людям из той нематериальной спадщины? Нет. Ведь это же просто... Вся проблема и была в том, что люди, проживающие там, они не чувствовали себя принадлежащими этой земле, они не чувствовали себя украинцами, они ментально продолжали жить в Советском Союзе, они смотрели только новости, слушали песни страны соседской, да, они, то есть, как бы территориально находились в одной стране, а ментально и культурно жили в другой стране. И вот это было огромное упущение Украины не развивать интерес к собственной культуре, не развивать интерес к собственному наследию. Хотя я хочу вам сказать, что где-то уже с начала, вот с 2000 года, я, в принципе, вообще прекратила слушать российскую музыку, там, российскую эстраду. То есть как только у нас пошел всплеск нашей музыки, нашей эстрады, наших прекрасных исполнителей, то есть сразу же как бы интуитивно хотелось слушать только это. Потому что у нас прекрасные... Вообще прекрасные композиторы, поэты, вообще все замечательно. И ведь посмотрите, вот эта страна-агрессор, она как много заимствовала от нас. И даже если посмотреть, кто у них составляет костяк их эстрадных певцов там и актеров, то это в основном выходцы, люди с Украины. Жаль, конечно, что они предали нас, нашу страну. Вот. Но я хочу сказать, что если бы шло действительно возрождение, как такое, как оно должно было быть, то это бы могло сыграть очень большую, я бы сказала, ключевую роль к тому, что не было бы такого огромного проявления сепаратизма. Потому что на самом деле, понимаете, все, что ограничивают, и все, что подавляют, и все, что стараются уничтожить, то вызывает сопротивление.
То есть, если мы будем продолжать отказываться от своей культуры, продолжать, то нас будут завоевывать. Ну, сегодня одни, завтра другие. То есть, мы не будем нести свой национальный, так сказать, код. Мы не будем нести, мы будем пустые, понимаете? А пустыми очень легко манипулировать. То есть, в эту пустоту можно залить любую информацию, человек подумает, о, точно, может быть, оно и так. А может быть, оно и так. То есть нам нужно наполниться непосредственно знаниями о своей истории, которая есть, о своей культуре, о своих местах, о своих традициях. Вот этим надо заниматься, и это очень важное, что необходимо. И сейчас у людей огромная жажда знаний этого. Я смотрю по отклику даже на те передачи, которые я делаю про города Украины, про места силы Украины. Какой огромный отклик у людей. И многие пишут, что мы даже не подозревали и не знали, что у нас вот такое вот находится, а мы там живем 20 километров от этого места. Понимаете? То есть говорится о том, что люди сами не знают свою землю. Это большое упущение, это нужно восполнять. Дякую вам, пані Марія, за ці от роз'яснення. А тепер давайте, будь ласка, перейдемо на фронт. От про це поговоримо. Щодо Куп'янська, хотіла вас запитати. Там росіяни дуже сильно пруть на тому напрямку Куп'янському. І от хотілося би знати, чи можуть вони повторно окупувати Куп'янськ? І друге тут же ж питання у мене, чи може Куп'янськ стати, як сказати так, другим Бахмутом, я маю на увазі по руйнуванням, тобто вщент зруйнованим? Ну, це на самом деле тяжела тема сьогодні. Потому что у Украины не хватает возможностей, и мы рассчитывали, что в августе будет огромный приток оружия. Отчасти так и есть, но, вероятно, чего-то все-таки не хватает. Вы знаете, что показывают карты? Я вам могу сказать, у нас будет, скорее всего, освобождение Бахмута к концу августа, но при этом будут большие потери на Купинске или Купянске, как правильно, на этом направлении. И они еще будут связаны с тем, что кто-то попытается обмануть или военное руководство, или политическое руководство нашей страны. То есть тут я посмотрела вообще события, которые могут происходить, и они показывают, что будет какой-то очень сильный обман, желание ввести в заблуждение. Это, знаете, вот, например, когда говорят, что-то обещают, но за это обещание требуют какого-то поступка. То есть они поступок не совершили, они только пообещали, а взамен они требуют поступок. И вот какое-то будет такое давление, и очень будет большая опасность повестись на обман. И, скорее всего, что это может исходить обман от каких-то, ну, так называемых союзников, которые играют и вашим, и нашим, играют в несколько ворот одновременно. Вот. Ну, я могу сказать, что есть большая опасность все-таки, что россияне могут его оккупировать снова. Эта опасность есть. Поэтому не зря украинская сторона объявила сейчас об эвакуации. Я рекомендую не игнорировать это, а прислушаться. В любом случае, если нам удастся удержать рубежи, если не потерять весь город, то может быть потеря какая-то частичная его, ну так же как в Бахмуте, да, то есть там по кусочкам его отрывают. Вот, такая же история может быть и в Купинске. Вот, но тем не менее бои будут очень ожесточенные и действительно может быть очень много разрушений. То есть от этого города тоже может мало что остаться. По крайней мере, это сейчас такая самая больная точка на карте нашей войны. Самая болезненная и самая на самом деле неустойчивая. Потому что что сделают россияне? Они согласятся с потерей Бахмута и отберут оттуда своих военных и переправят их на Купинск. Поэтому нам удастся Бахмут освободить, а вот с Купинском будут проблемы очень большие. Если мы его не потеряем полностью, то мы можем потерять какие-то рубежи там. Вот, поэтому я
Советую людям, конечно, эвакуироваться, не оставаться там. Дуже вам дякую за цю пораду. І от далі у мене питання про таке. Це писали наші глядачі деякі. От вони надивилися російських астрологів. І ці російські астрологи у себе там на каналах, ютуб-каналах, наскільки я зрозуміла, розказують, що всі українські території, які от зараз є окупованими Росією, так і залишаться під контролем Росії вже назавжди. Чи бачите ви от таке? Ні, звісно. Ну, тут вопрос вообще вот к этим людям, которые находятся на территории России и занимаются гаданиями или занимаются какой-то духовной просветительской деятельностью. Вы знаете, я уже поднимала этот вопрос о том, что любой человек, который идет духовным путем, он не может жить в каком-то государстве, он не может быть следствием какого-то воспитания идеологического, он не может преследовать интересы какого-то государства. Потому что, в принципе, государство — это сенсорическая система. И человек, который идет духовным путем, он как бы или он сансари, или он идет духовным путем. Тут, опять-таки, два одновременно быть не может. Поэтому я могу вам сказать, что я не вижу пока ни одного человека на территории России, которому можно было бы отнестись с уважением. То есть ни один из них, которые имеют там огромное количество йогов, имеющих йоговские школы, там всяких астрологов, тарологов. То есть никто из них, к сожалению, не объективен, никто из них не осудил вообще все, что происходит. Они взяли какую-то такую... Или они приверженцы Путина, и его идеи есть и такие. То есть я знаю, например, людей, которые занимаются аюрведой, и они считают, что все правильно, политика и государство верное. Я знаю йогов, которые считают, что политика и государство верное. Но являются ли эти люди действительно аюрведическими терапевтами или йогами? Это нет, я так, на мое мнение, потому что я считаю, что это люди просто граждане своей страны. Вот. А духовность у них больше, наверное, как хобби. То есть сказать, что они идут духовным путем, я не могу. И из всех людей, которые вышли из России, то есть начнем с того, что нормальный человек не сможет сейчас существовать в этом государстве, поскольку там все очень сильно ограничено и огромный контроль. То есть все, так скажем, я считаю, духовно зрелые люди, они это государство покинули. И вот, например, мой учитель Адинат Джайдхар, он проживает в Испании, ну, он давно уже покинул все эти государства. Вот, он выступал сразу же категорически, то есть с категорическими заявлениями, и поддерживал Украину, и был против войны, и всем своим ученикам сказал уезжать как можно быстрее из России, покидать из России, из Беларуси, покидать эти страны. Также мы видим огромную поддержку Алака Нераджана, тоже, я так понимаю, бывшего, так скажем, гражданина, возможно, одной из этих стран, то есть России или Беларуси, но тем не менее он тоже стоит на позициях справедливости, он стоит на позициях поддержки Украины. Вот. И таких людей на самом деле, вот тех, которые были когда-то российскими гражданами и сейчас поддерживают активно Украину, именно в духовной среде, ну вот их раз-два и обчелся. Честно говоря, это очень печально, очень печально. Это говорит о том, что у тех учителей, которые себя позиционируют в России и учат чему-то духовному, какие-то курсы ведут, у них нельзя учиться, потому что это профанация, вот что я вам скажу. То есть там учиться сейчас не у кого. Поэтому и духовных лидеров в этой стране я не вижу. И тут можно как бы их оправдывать тем, что не боятся сесть в тюрьму там, или еще что-то. Но никому не мешает просто выехать из этой страны и не быть молчаливым соучастником происходящего. Но люди не решаются даже на это. А, например, мой учитель, он сказал сразу всем своим ученикам, кто останется жить в этой стране, тот, в принципе, не является абхайравайтом. То есть он не является духовным, не идет духовным путем хайравы и кави. То есть если вы хотите быть холопами, рабами, продолжайте жить
жить в этом диктаторском строе. Понимаете, то есть есть такие учителя, которые сразу говорят, где черное, где белое, да, то есть и вы сами выбираете, каким путем вам идти. А все, что рассказывают тарологи и астрологи, ну, это граждане российского государства, которые живут ментально в нем, которые считают, что они должны исполнять законы этого государства, подстраиваться под него, прогибаться, а не говорить лишнего. Поэтому это первая очередь, почему они не будут говорить правды и того, что они видят. Потому что я, например, говорю то, что показывают карты. Если я вижу какие-то неприятные вещи касательно Украины, я стараюсь их не замалчивать, я их обязательно рассказываю, может быть, стараюсь как-то их смягчить, но пытаюсь до людей донести, потому что у нас в стране очень много проблем. И без решения этих проблем не будет окончания войны. То есть еще раз я могу повторить, чтобы для того, чтобы закончилась война в нашей стране, нам нужно заняться внутренними процессами. У нас победа наступит не тогда, когда мы получим там тонны оружия, самолеты и все остальное. Это, конечно, сыграет свою роль. Но основную победу мы одержим, когда мы победим сами себя. Все неприятности, которые существуют в нашей стране, а их достаточно много. И вот когда мы проведем серьезно эту работу, то внешний враг, он обессилит. Потому что в этом ядре, который сейчас есть, коррупция нашей страны, предатели, ну и так далее, они все уже знают, не буду все это перечислять. А вот эта вражеская сила, она имеет очень мощную подпитку. Опять-таки, Московский патриархат, церковь, да, которая является напрямую проводником не просто идеологии, то есть тут уже дело не в идеологии, это спонсоры войны. Московский патриархат, он спонсор войны. Он на свои деньги содержит армии, он на свои деньги закупает оружие. И это мне не разведка доложила, не я к этому умственно пришла, это мне открыла Аракушхи Матрика. Вот, чем занимается Московский патриархат. А люди продолжают за него стоять горой. Вы видите, что там в Киеве творилось. Никак не можем Лавру освободить от этой нечисти. И в других городах, если взять, то все эти попы продолжают заниматься тем же, чем они занимались. И люди продолжают к ним ходить, и исповедоваться, и нести им деньги. То есть, если мы внутри страны не решим ряд наших проблем, то мы будем продолжать подпитывать эту войну сами. То есть это то, на чем нам надо сконцентрироваться. Вот. А внешний враг, ну что же, нам надо набираться вот Ичха, Джняна и Крия, трезубец, который пробивает все препятствия. Если мы в себе будем культивировать это, то, конечно, наша воля, наши знания и наши действия будут направлены на то, чтобы все эти препятствия разрушить и прийти к победе. Тепер у мене питання про День Незалежності. Наближається День Незалежності, 24 серпня. Скажіть, будь ласка, які можливі загрози у цей день і які можливі приємні сюрпризи для України? Опять-таки, я хочу сказати, що угроз більше, ніж приємних сюрпризів. Хотя последняя неделя августа будет очень трансформационной и насыщенной на события, и очень мощной по тому, что будет происходить на фронте. Поэтому я говорю, что, скорее всего, будет вот такая вот история с Бахмутом и с Купянском. Но как раз вот показано, что, возможно, к празднику нашей незалежности вот эта сила или человек, или представитель определенной политической силы или страны, он попытается ввести в заблуждение и сотворить некий обман. То есть будет предложено что-то, какие-то условия, которые противоположная сторона изначально не собираться будет выполнять, но будет чего-то требовать от нас. Вот. То есть уровень переговоров, то есть или будут проведены какие-то неудачные переговоры, или так нас как-то неудачно поздравят. Но это все будет на уровне речи, на уровне переговоров, на уровне влияния друг на друга через письмо или речь. То есть будет вот это первая неприятная ситуация. Вторая неприятная ситуация связана с водой. Опять возникнет проблема с водой, именно в этот день может что-то случиться, может что-то произойти. Это может быть связано как опять с очередным где-то подтоплением, взрывом, который приведет к затоплению чего-то. Также это может быть связано с какими-то отравлениями от воды или жидких веществ.
Далее, естественно, будут обстрелы. Будут жестокие обстрелы, будут попадания и будут неприятности. Но я сейчас не могу сказать, в каких конкретно городах это будет, потому что я в целом смотрела на события этого дня. То есть спокойным этот день не назовешь. Теперь перейдем к хорошему. Хорошее заключается в том, что на новом участке фронта мы достигнем полной победы, и мы что-то завоюем, и, как сказать, будет какой-то прорыв. Вот, я подозреваю, что это будет Бахмут, а может быть, это будет еще где-то в другом месте. То есть это первое хорошее. Второе хорошее, что на этот день, на этот праздник нам подарят какое-то оружие, то есть нам к этому празднику поступит какое-то новое оружие, новый потенциал, способствующий укреплению, укреплению нашей страны на фронте. Вот, то есть из хорошего у нас выпадают только две карты, но они достаточно мощные, то есть прорыв на фронте и завоевание какого-то рубежа — это очень серьезное. И также поступление какого-то оружия, которое нам поможет, это тоже, я считаю, весомый такой хорошее событие. Ну вот неприятности, к сожалению, тоже будут. То есть будут обстрелы, будут попадания. Вот, и будут очень неудачные переговоры. То есть очень будет опять что-то такое сказано и произнесенное, что опять может вызвать какой-то резонанс информационный. Зрозуміло. А от щодо переговорів, хотіла ще запитати. Також шириться останніми навіть тижнями, шириться така інформація в інтернеті, що нібито шейх Арабських Еміратів хоче влаштувати, навіть готує вже зустріч Зеленського з Путіним в листопаді. Чи таке може бути? По-перше, чи правдива ця інформація, от що ви скажете? Ну, таке можливо бути, але це не здійсниться. Потому что в листопаде в России будет такое, что они, если и выйдут туда, во-первых, Путин выехать не сможет, потому что, ну, разве что двойника они туда посадят в самолет. Если такой вылет все-таки состоится, то вероятнее всего, что их там всех арестуют, всю эту делегацию. Потому что на листопад выпала карта, которая говорит об ограничении полномочий, возможностей, полной беспомощности правительства тех людей, которые представляют из себя сейчас руководство страны. А это группа людей, это никак не Путин, это группа людей, и, скорее всего, что они будут или внутри страны обездвижены, ну, грубо говоря, их как бы там закроют, в силу того, что может случиться очередной переворот. Потому что ноябрь для России всегда такой месяц революции, конец октября, ноябрь, да. Вот, так что, или же если вдруг кто-то из них рванет все-таки на эти переговоры, то его арестуют там. Собственно говоря, никаких таких переговоров, как мы себе представляем, между представителями двух стран не произойдет. Потому что Россия и руководство этой страны к этому моменту будут очень в плачевном состоянии. Тобто говорити буде ні з ким, якщо говорити, ну, якщо ми беремо цю владу, яка є в Росії. Там произойдут в России определенные события, вследствие которых вообще эта влада, которая сейчас там есть, она будет обездвижена. То есть она не сможет ничего предпринять. Она будет полностью в состоянии беспомощности, ограниченности возможностями действий и даже ограничена пространством. То есть я говорю, что может быть посадка в тюрьму кого-то. А если же все-таки они рванут куда-то, то их посадят в тюрьму там, куда они прилетят. Поэтому тут надо выбирать из двух зол, им придется выбирать из двух зол наименьшее, где они хотят сидеть в тюрьме, в России или в Арабских Эмиратах и экстрадированы быть в Гаагу. Ну, такого рода. Ну, це, до речі, прекрасна інформація, ще знаєте, з якого боку? Адже наразі Арабські Емірати, вони ж, ну, не те, що підтримують Росію, але вони дають можливість таку там активи всякі вивозити. Росіяни багато хто переїжджає саме в Дубаї жити. А це значить, що там непогані для них умови. А якщо от ви кажете таке про листопад, то це означає, що Арабські Емірати, ну, більше визначаться з позицією, скажімо так, своєю, і не будуть такі сприятливі умови робити росіянам, виходить, що?
які вони роблять зараз. Я не думаю, що тут можна мішати все в одну кучу, правительство Росії і росіян в цілому, оскільки гроші ніхто теряти не хоче. І я так розумію, що Арабські Емірати заінтересовані, чтобы капитал богатых людей из России перетекал в их страну и утекал из России. Я думаю, что арабские, вы поймите, ведь это же люди очень изощренные, мстительные и любители устраивать капканы. Ведь они могут просто, даже если дело дойдет до того, что эта встреча состоится, они могут устроить там реальный капкан для того, кто туда прилетит. И, скорее всего, что так и будет. Прекрасно. Прекрасна інформація, дуже-дуже позитивна для нас всіх українців. Дуже вам дякую, пані Марія. Дякую глядачам, що нас дивилися. Я в описі під цим відео залишаю всі контакти, всю інформацію з посиланнями на Марію Ланг. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, на YouTube-канал Марії Ланг. Усім всього найкращого і до побачення. До побачення.